Здесь начинается забота. Не просто продукты для ужина. А чтобы по вкусу каждому. Здесь привычное встречается с новым. Рис. С кунжутным маслом. Тыква. С пармезаном. С ягодным соусом. Мясо. Здесь рождаются идеи. К свежим фруктам. Мягкий сыр. И полезно на завтрак. На праздник. Возьмите готовое. И много лосося. А на бегу? Ароматная выпечка. И кофе с собой. Здесь приходят на помощь. Подскажут. И улыбнутся в ответ. Большие сумки. Доставим домой. Здесь каждый раз открываются новые грани привычного. Перекресток вкусов и идей.